Администрация Северского сельского поселения совместно с компанией «Мамонт» безвозмездно передали газовый котел, пострадавший от пожара семье. Огонь застал семью Черниенко врасплох ночью 8 февраля. На их участке загорелась летняя кухня. Именно там находился котел. Пожарные быстро нейтрализовали возгорание. Однако газовое оборудование не подлежало восстановлению, и уже на следующий день пенсионеры остались без отопления. Соседи через социальные сети обратились в администрацию поселения с просьбой помочь погорельцам. Ну, через день буквально подходит ко мне замглавы администрации Северской, спрашивает, у вас пожар, у нас пожар. Вот так и так, администрация имеет возможность оказать помощь в установке котла. Ну, спасибо, конечно, большое. К нам обратился в нашу компанию Андрей Владимирович Дорошевский с вопросом, можем ли мы помочь в данной ситуации людям. Ну, у нас в компании часто практикуется такая помощь людям в различных ситуациях. Ну, соответственно, мы также откликнулись и сегодня привезли оборудование и готовы передать безвозмездно людям, дабы помочь. 15 февраля администрация Северского сельского поселения и компания «Мамонт» подарили семье Черниенко новый котел. Благодаря доброте и отзывчивости людей проблема пенсионеров решена в кратчайшие сроки.